Тимати жестко припечатали за имя для сына. Буквально несколько часов назад стало известно, что у рэпера Тимати родился долгожданный наследник. Впрочем, не все рады его появлению на свет. Бажена Рынска с недоумением высказалась о имени малыша. Новорожденного семья исполнителя решила назвать Ратмиром. Стоит отметить, что это имя носил близкий друг Тимати. Ратмир Шишков. Вероятно, в его честь знаменитый рэпер и назвал сына. Но такой выбор вызвал искреннее недоумение у известного блогера. И вот почему. Шишкова уже много лет нет в живых. Он погиб в жуткой аварии в 2007 году. На тот момент ему было всего 19 лет. Как сообщает «Экспресс-газета», Рынска не понимает, почему любимое чадо Юнусов назвал в честь парня, который разбился в ДТП. Сообщалось, что аварию спровоцировал участник проекта «Фабрика звезд». 4. На скорости 220 км в час он пролетел на красный сигнал светофора и столкнулся с чужой иномаркой. Очевидцы утверждали, что за водителем гналась патрульная машина. Внимание на экран. И люди в ней жили другие, мы просто свободными были. Наш последний закат. Yeah. Тимати решил не обращать внимания на эти факты. Куда важнее для счастливого отца то, что во время участия в нашумевшем проекте они с Ратмиром были лучшими друзьями. Молодые люди тогда объединились с Домиником Джокером и Анастасией Кочетковой, образов группу «Банда». Коллектив распался после смерти Шишкова. О том, что у Тимати родился сын, стало известно совсем недавно. Радостью Тимур Юнусов поделился на своей странице в соцсети Instagram. Рэпер опубликовал 4 фото, на которых держит долгожданное чадо. Публикация фотографии из Instagram. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Неприятно. Известный пародист отказался связываться с умирающей заворотней. Серьезные люди вбили последний гвоздь в крышку гроба Порошенко. Муж и изменник подал на развод с Лолитой Милявской. Даже в день свадьбы так не трясло. Асмус разрыдалась после раздевания перед камерой. И многое другое.